Кропотливая работа, терпение и эмоции после победы – все это авиамодельный спорт. Спорт, в котором, наверное, главное происходит еще далеко до старта. Собрать модель самолета, который весит не более 3 граммов, наперед продумать все тонкости и детали. В Вишкар-Але на арене «Морел» прошли сразу 2 крупных соревнования по этому, возможно, малоизвестному виду спорта – чемпионаты и первенство России и «Мариэл». Спортсмены собрались в эти дни в одном месте, чтобы доказать, что именно они являются лучшими. Мы начинали проводить соревнования с 2017 года, когда арена «Мариэл» только-только открылась. И общественность спортивная, в частности, вот авиамодельная в классе F1D, увидели, что это спортивное сооружение как нельзя лучше подходит для проведения соревнований вот в этом классе. Высота потолков этого спортивного сооружения арены «Мариэл» 34 метра. Это по классификации этого вида спорта 4-я группа, самая высокая для проведения соревнований. Участник чемпионата России, тренер юных спортсменов Сергей из города Березники Пермского края, является многократным чемпионом страны, а также призером чемпионатов Европы. Авиамодельным спортом начал заниматься в 3 классе, ходил в школьный кружок. Эти соревнования для Сергея являются некой подготовкой к чемпионату мира, который пройдет в декабре в Румынии. Расскажите, пожалуйста, из чего состоит вообще самолет и как долго его нужно собирать? Значит, основное – это дерево бальза, которое произрастает в Южной Америке, мы его покупаем и при помощи специальных приспособлений нарезаем на нужное сечение речки. В данном случае вот тут вот ноу-хау применено, значит, кроме просто одного дерева, еще и углетканевая полоска сделана, значит, для усиления конструкции. А вот корпус самолета, фюзеляж, он скручивается из тонкого, ну, скажем, 0,35-0,5 толщины листа, в мокром виде высушивается, склеивается, получается трубка. Ну, в дальнейшем, значит, вот берется потоньше трубочка делается, это хвостовое оперение, для того, чтобы, значит, нагрузка вся идет от резины вот на эту часть, а здесь у нас уже часть более разгружена. Вот. Вот в данном случае самолет весом 3 грамма, потому что есть такой класс учебные модели. Есть модели, которые весом 1,4 грамма чемпионатного класса. То есть это модели у нас F1D, это F1M. Вот отличие тем, что у них вес другой и резина. Там делается мотор не более 0,4 грамма резиномотор. Здесь резиномотор ставится 1,5 грамма. Соревнования в республике завершились, и стоит сказать, что не всегда побеждает фаворит, даже такой титулованный. Сергей Панихин стал бронзовым призером, серебро у Василия Мальцева из Новосибирска, победу одержал Степан Караваев из Москвы.